3 декабря 17 год, Харьков. Вот и время новогодних елок пришло. Дешево и сердито. Елочка перманентная. Так это улица Валентиновская, да, бывшая Блюхера. Но, конечно, температура у нас не новогодняя. Плюс 6 градусов в декабре. Это датчики погодные, километрах в 2 отсюда висят. Туман. Полнолуние сегодня. Луна в перигее. Суперлуния. Но ничего не видать. Сплошная облачность и дождь. А скоро Новый год.